Сегодня на очередном заседании Ульяновской городской думы стало известно имя мэра Ульяновска. Путем тайного голосования главой города был избран Сергей Панчин. Решение было единогласным – 34 голоса из 34 возможных. Главой муниципального образования город Ульяновск избран Панчин Сергей Сергеевич. Выступая перед депутатами, кандидаты предложили свои программы по развитию города. Бывший глава города в своем выступлении отметил, что займется вопросами повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания и самореализации граждан. Каким будет его будущее, решила избирательная комиссия. Я считаю, что это достойнейший человек, в плане который знает проблемы города, знает все те нюансы, которые за многие годы накапливались, как их решать. И вот вы слышали по его выступлению, он готов их решать. А это самое главное, что на сегодняшний день нужно городу и горожанам. На пост мэра претендовали еще 7 кандидатов, но в финале конкуренцию Сергею Панчину составил лишь Филипп Туровер. Результаты выборов кандидата не расстроили. Филипп уверен, некоторые практики его программы обязательно будут применены новым мэром на благо города. Я работаю в строительной отрасли, скажем так, и уже ведет взаимосвязь строительного бизнеса и администрации, она всегда присутствует, потому что мы совместно работаем над благоустройством и над строительством нашего города, стараемся сделать его красивее. Поэтому я думаю, эта работа будет продолжена. Сергей Панчин торжественно принял присягу, получил ключи от города и подарок от губернатора. Грабли, лейку, планшет и арбалет для дальнейшей плодотворной работы. Сам теперь уже мэр поделился с нами ближайшими планами в новой должности. Первое – это подготовка к работе в зимних условиях. Мы видим даже технологические испытания, которые проходят сейчас в городе, они завершаются, дает очень много неудобств жителям. И мы прекрасно понимаем, что мы, проживая в очень короткое летнее время, теплое здесь, в нашей средней полосе, у нас очень ограниченное временное пространство для того, чтобы подготовить город к работе в зимних условиях. Ну и, естественно, ремонт дорог, дворов, благоустройство – это ежедневная работа. В принципе, я и не уходил. И работая с главой администрации, мы обсуждали эти темы. Я постоянно присутствовал на всех штабах, где мог вносить лепту, я ее, конечно, вносил. Сергей Панчин поблагодарил всех участников мероприятий и пообещал все предложенные кандидатами проекты по развитию города рассмотреть, а лучшие помочь реализовать. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.